Здравствуйте, друзья! В эфире «Дачные советы». Пригрело солнышко, и мы вылезли из своих щелей, из своих квартир навстречу ему. Наконец-то! Срочные дела, которые нужно сделать на огороде, это в первую очередь освободить грядки от снега для того, чтобы они прогрелись до посадки картофеля. Вот здесь мы видим, что на снег 2 недели назад еще внесена была смесь золы с угольком. И на 0,5 метра сразу за первый же теплый солнечный день просел здесь снег. И я уже вижу, что там появилась пленка, которая была уложена на бугры в картофельных грядках по осени. Надо, чтобы скорее сошел снег на пленке, и там начался процесс прогрева почвы. Это первое дело. Во-вторых, нужно поспешить с обрезкой деревьев. Больше медлить никак нельзя. Это уже последняя неделя, когда можно это сделать. За месяц до сокодвижения, до набухания почек мы должны закончить обрезку деревьев. Это вот мантет яблоня. Если остальные яблони почти не трогают, там почти нет обрезки, но только веточки вот мелкие, которые направлены внутрь кроны, то с этой вот яблони мантет столько мороки. Раньше я вам хвалила и советовала ее выращивать. Я устала ее обрезать. У нее так быстро нарастает шевелюра. А из-за этого листья поражаются паршой. Что лучше теперь советую, вот скоро начнется сезон посадок саженцев, выбирайте в садовом центре, у Веры Глуховой будет точно такие же вкусные яблоки и красивые. В эти же сроки, что и мантет дает плоды, но яблонь называется конфетная, у нее крона разряженная, а это будете резать, резать и резать. Вот теперь я ее наказать хочу. Несу ей прям центральный побег, потому что туда, на ту высоту, никто не лазит, яблоки не снимает. Они туда падают и разбиваются, и куда их потом? Вот хочу обрезать вершину ей, и вот ветки, которые идут вниз. Вот она, пожалуйста, вот эта веточка. Так, ну есть тут и загущающая. Я ее каждый год режу-режу, а она все кудрявее и кудрявее. Так, вот здесь вот две ветки вместе, я вижу, уже одна на другую. И трутся друг от друга. Тоже надо вот эту мохнатость убрать. В общем, есть дела. Сейчас мой сын будет срезать. У нас есть изумительная пила. Будете у Кумяко Владимира Санчи? Возьмите. Это чудо какое-то. Даже большие деревья. Смотрю, мои сыновья иногда берут. Вот на кладбище мы ездили, пилят ими. Такая разводка, такая острая, но надо быть очень аккуратным. Я недавно попыталась ее почистить и прям по пальцу полоснула. Ой-ой-ой, ведь чуть задела. Вот это японский набор. Действительно, зверюшка так хорошо пилит и не размочаливает древесину. Так, и смазывать раны посоветовал Антон Бордуков. Взять мастику специальную. Я уже давно читаю в литературе, что не надо использовать садовый вар. Он теперь у нас синтетический, а не на основе естественного парафина. Он отстает, под него попадает влага и развивается грибковая инфекция. Вот лучше вот такой мастикой, в которой добавлены фунгициды, лекарства от болезней. Вот ими лучше пользоваться. Они хорошо проветриваются, раны хорошо заживаются. Вот мастикой будет работать мой помощник постоянный, моя правая рука, внук Алексей. Он любит, то зеленкой замазывает, ходит ранки. Вот теперь мастику получит в помощь. А сын будет делать обрезку. Я такие вещи уже сама сделать не могу. Работа сложная. Вверх поднимаю голову, голова кружится. Дальше. Кусты смородины тоже были обсыпаны золой с угольком. И вы видите, что там сразу образовались у нас проталины. Вот теперь даже можно уже обрабатывать железным купоросом кусты смородины. Вот видите, сколько мелких побегов нулевых появилось из земли. Это плохо. Их много, но они все очень слабенькие. Можно их удалить, оставить 3-4
Но поскольку они слабые, тоже отсчитываем вот почки 4, да, вот на такой высоте обрезаем их на внешнюю почку, чтобы вот сюда шел побег, а не внутрь куста. Вот 4 отсчитаю, все остальное вот это вот, вот, махнушки-то вот эти вот, все вырезать. Потому что такое загущение будет куста летом, замучаетесь вырезать. Это надо сделать сейчас. Оставляем 4 хороших вот нулевых побега, вот они, с молодой древесины, их видно хорошо. Так, остальное все удаляем. Куст очень мощный, хотя ему уже 6 лет. Говорят, смородина после 6 лет начинает снижать урожайность. Я пока этого не замечаю. Тьфу-тьфу-тьфу. Главное вовремя ее обрабатывать, о чем сообщаю регулярно в журнале. Читайте прямо по месяцам. И готовьтесь сейчас к обработке, к первой обработке сада железным или медным купоросом, чтобы все уже было припасено. Уже тепло, и скоро будем делать. Нам надо, чтобы снег сошел. Там же будем обрабатывать не только кусты, но и почву под ними. Там же все в этих грибах, которые осыпались. Здесь и септориоза грибы осыпались, и страшного заболевания антракноза, из-за которого смородина у людей пропала в садах. Так, немножко и грушу нужно будет. Веточки поубирать, вот эти мелкие, с прошлого года оставленные. Осенью не стала обрезать, потому что неизвестно, какая была зима. Слава богу, была мягкая, все хорошо перезимовало. Все плодовые почки, вот копьяца, вот эти вот, в хорошем состоянии. Разрезала, они все зелененькие, готовые нас кормить грушей. Груши, значит, вместо обрезки можно, вот я ей делаю, ну и на яблонях на всех можно, растяжки. Нагибаю ветки, вот пару сезонов, и они уже принимают, видите, вот такое положение. И тут же все покрываются плодами. На ней сплошь висят груши, вот на таких ветках, которые горизонтально земле наклонены. Вот и все. Биогумус хорошего качества и по приемлемым ценам, а также жидкий биогумус и, внимание, новинка «Экогрунт» можно заказать в Самаре по телефону 972-70-95. Компания «Биокомплекс» производит и реализует органические средства по уходу за растениями, а также в широком ассортименте биогрунты. Подробности на сайте bio-complex.rf. Здравствуйте, дорогие дачники! Мы предлагаем вам ознакомиться с нашей новой продукцией. Здесь я хочу предложить вам нашу новинку новую. Это пила для обрезки деревьев. Чем хороша эта пила? Сюда можно поставить удлинитель, который можно сделать самостоятельно, и опиливать высокие ветки. В прошлом году мы немного рассказывали об этих пилах, но хочу еще раз повториться, что здесь идет лазерная заточка, хорошо разведенные зубцы. И если мы обычной пилой где-то делаем 20-25 резов, то этой пилой мы делаем, ну, порядка 10 резов. Этими пилами будет работать гораздо быстрее и легче. Это я хочу предложить вашему вниманию два секатора, которые в прошлом году сделали нашу работу гораздо удобнее и также эффективнее. Вот этот секатор – это мой любимый секатор на даче. Он предназначен для обрезки веток до 1,5-2 сантиметров, в том числе для сухих веток. Лезвие его сделано таким образом, что резать ветки очень удобно. Какими-то крупными секаторами я пробовал работать, они не берут. А вот именно этим секатором у меня получалось работать быстро. Вот этот секатор – это любимый секатор моей супруги. Она в прошлом году с ним совсем не расставалась. Резала любые ветки тоже где-то до 1,5 сантиметров. Крыжовник, малина, смородина. Очень хорошо обрезать ими розы. Вот такой вот удобный секатор. Дорогие друзья, сегодня я хочу предложить вам наши новинки. Это аккумуляторные опрыскиватели с объемом 8 и 12 литров. 8-литровые модели, которые раньше были у нас, они были цилиндрического типа. А сейчас, как вы видите, это ранцевый аккумуляторный опрыскиватель, который можно одеть на спину и очень удобно работать. Вес у него примерно 3,5 килограмма. Ну, что очень важно для женщин. Вот этот опрыскиватель 12-литровый.
Если раньше он приходил у нас со свинцовым аккумулятором, то сейчас в него вставлен литиевый аккумулятор. Литиевый аккумулятор работает дольше, чем свинцовый, и он в два раза легче, чем свинцовый. Вот на мизинце я его держу. Им будет достаточно легко работать, потому что весит он всего 2,5 килограмма. В комплект этого опрыскивателя входит очень большое количество различных насадок. Дорогие друзья, приходите к нам в магазин. Здесь вы можете приобрести новинки и другие полезные товары. Магазин «Капельный полив» предлагает электрические аккумуляторные опрыскиватели для обработки сада от болезней и вредителей. А для весенней обрезки сада предлагаются секаторы и пилы. Производство Японии. Наш адрес: город Самара, улица Минская, 25. Телефон 269-11-32. Так, и еще теперь несколько советов по уходу за рассадой. Она теперь у меня переехала в теплицу из дома, а раньше вот в такой коробке носила каждое утро туда, потом вечером обратно. Теперь стало тепло, даже слишком тепло. Открыты обе фрамуги, и дверь иногда открываю, и все время поглядываю на термометр, чтобы температура воздуха, видите, сколько, 24 градуса. Там внизу 22, где рассада. Так, что еще? Здесь влажности воздуха уже не хватает, хотя теплица была забита снегом. Мы забивали ее всю зиму. Положишь вот сейчас снег, на улице его полно, и тут же тает, и опять сухая земля. Приходится даже пленкой закрывать эти все боковые грядки, где нет еще посевов. То есть для того, чтобы здесь была нормальная влажность воздуха, вы должны либо по листу работать несколько раз, опрыскивая, можно с добавлением суспензии хлореллы, стакан на литр воды. Все написано на бутылках, как разводить. Вот, пожалуйста, попрыскали, часа на три хватит. Ну, можно утром и вечером. Либо приносите сюда снег, раскладывайте на боковые грядки, на проходы. Пусть он тает, температуру как раз понизит, потому что очень жарко в теплице. И главное, даст нужную влажность воздуха. Это очень важно, особенно для таких культур, как капуста и баклажаны, у которых тут же листики сворачиваются, как только влажность воздуха становится для их развития недостаточной. Видите, козий рог заворачивается. Это постоянно такая история. И все теплолюбивые культуры уже сюда перебрались. Огурцы, перцы, помидоры. Вот посев был произведен 11 марта, вместе с вами сеяли, распикировала их 5 дней назад. Принялись хорошо, растут хорошо. Сейчас нужно будет подсыпать. Подросли, голенастенькие стали помидорки, да и перцы тоже. Надо под них подсыпать до верха, до самого стаканчика, еще почвы. Ну, я возьму эко-грунт от Ильи Ткаченко. Вот, чтобы вот не было вот этой вот белой. Почву в этом году брали зерновую, а не из-под крапивы. И она мне очень не нравится, такая плотная. Сейчас дачники вот запустят сюда палец и говорят, вот пересохла земля и поливают, из-за этого пропадает рассада. А там внутри именно на такой почве эта смесь влажная. Что делать? Прям буквально по столовой ложке каждый вечер, чтобы вот этот вот не пересыхал слой. Раз. Или, как мы делаем летом, мульчируем луночку-то, чтобы испарения большого не было и потери влаги. Пореже поливать придется. Вот сейчас дала задание, и Алексей возьмет столовую ложку и будет посыпать эко-грунт от Ильи Ткаченко в каждый горшочек до самого верха. Да, реже придется поливать, потому что каждый полив – это стресс для растений, особенно нашей ужасной водой карбонатной. Вот чтобы она смягчилась, мы в нее и добавляем суспензию хлореллы. Сегодня уже обещают ночи теплые, носить больше не хочу, устала, это тяжело. Вот, поэтому включаю отопление на термодатчики обогревателей. Поставлю температуру на ночь плюс 10 градусов. Для огурцов и баклажан это очень мало, поэтому их заберу домой. А помидоры запросто здесь могут остаться. А уж тем более лук. Лук вчера постригла второй раз.
Первый раз после 8 марта, второй раз вот сейчас. Звонят, спрашивают, кто первый раз его выращивает. А он у нас ложится. А вы его поставьте, постригите, обожмите вот так вот почву вокруг и сказать, стоять, солдаты, стоять, чтобы рядами стояли. И вот так их поднимете. Стоять, ребята, не надо ложиться. В дачных магазинах наконец-то появилась картошка, и ассортимент неплохой. Есть и моя Red Lady, есть и российские сорта. Многие дачники предпочитают наши российские сорта и говорят, что они вкуснее, чем немецкая картошка. Но у всех разные вкусы. Вот сегодня с российскими сортами вас познакомит Владимир Якшин. Слушаем его информацию. Добрый день, дорогие дачники. На улице весна, и пора позаботиться о семенном картофеле на посадку. Хочу вам рассказать про наши российские сорта, достижения наших ученых, выращенные в наших российских институтах. Это такие прекрасные сорта, как Фаворит, Фритейла, Ариэль, Краса, Мещеры, Мираж. Весь этот картофель был специально выращен для средней полосы Поволжья. И тот материал, который представлен перед вами, выращен в нашей Самарской области. Есть также картофель, с которого очень хорошее получается пюре. Это сорт Ариэль. У него нежная, рассыпчатая мякоть идет. Вот, к примеру, картофель Фаворит. Вот представьте, что вот такие картофельник у вас на кусту вырастет от 6 до 13. Это какой великолепный урожай будет. Ну, есть несколько секретов, чтобы вырастить такой урожай. Во-первых, нужен хороший качественный посевной материал. Мы предлагаем посевной материал первой репродукции и элиты. В течение 4 лет вы можете смело собирать урожай и откладывать на семенной материал без потери качества. Один из секретов для получения достойного урожая – это цеолит. Цеолит – это не удобрение, не химия. Это природный минерал вулканического происхождения. Он имеет очень хорошую кристаллическую решетку, и он очень сильно гигроскопический. Очень много содержит в себе кремния, это очень сильный стимулятор растения, и микро-макроэлементов. Если вы во время посадки картофеля добавите всего по одной горсточке в лунку, вы спасете свои растения от засухи. Как это действует? Ночью цеолит постепенно впитывает в себя влагу, а когда наступает следующий день, в жаркую солнечную пору, растения из него эту влагу забирают. Но забирают не просто влагу, а вместе с кремнием, микро-макроэлементами. И получается так, что в жаркую погоду, когда растениям идет нехватка воды, они эту воду получают из цеолита. Но этого еще мало. Чтобы получить достойный урожай, нужно бороться с вредителями. Но лучше не бороться, а предотвращать их появление. Для этого на нашем рынке существует очень много достойных средств, таких как престиж, табу, престижитатор. Достаточно при посадке разложить картошку и опрыскать один раз. Потом можете смело садить и будьте уверены, что ни проволочника, ни колорадского жука у вас до сбора урожая на картофеле не будет. Для тех, кто не доверяет химии, либо хочет использовать органическое земледелие, специально было разработано средство на основе споры грибов. Этот препарат разводится в воде и вносится при посадке вместе с картофелем. Этот препарат очень эффективно борется с медведкой, личинками майского жука, проволочника. Для оздоровления почвы перед посадкой картофеля также существуют специальные смеси сидиратов для картофеля. Высеваются они примерно за месяц до посадки картофеля и сразу после сбора урожая. Накапливает азот за счет бобовых культур. За счет крестоцветной выводятся почвенные болезни и вредители путем воздействия корневых ферментов сидиратов. И, конечно же, не забываем про органо-минеральные удобрения. Это полностью сбалансированный, полный комплекс органики и минералов для того, чтобы ваш картофель очень хорошо развивался. Существуют специальные смеси органо-минеральных удобрений специально для картофеля. Это исполин, огородников. При посадке картофеля достаточно всего одной столовой ложки этого удобрения на полный цикл развития растений. Желаю вам богатого и достойного урожая картофеля в этом году. До новых встреч! Магазин «Семена» в Самаре приглашает вас за покупками. Большой ассортимент товара для дома и вашего сада. Наш адрес – город Самара, улица Старозагоры, 25, торговый центр «Гагаринский». Мы работаем без выходных с 10 утра до 9 вечера. Справки по телефону 8-927-712-73-07. Здравствуйте, дорогие друзья!
Вот уже весна пришла, мы ее очень долго ждали в этом году. И казалось, снег никогда не растает, но последние заморозки серьезные уже прошли, и сейчас становится тепло. И, конечно, работа в садовом центре началась месяц назад. Видите, мы все растения уже посадили в контейнеры. Какие-то растения, вот последнюю партию, то, что мы привезли из российских питомников от наших коллег, с голым корнем мы сейчас сажаем в контейнер и сразу выставляем на улицу. Они еще не раскрылись. А вот часть растений пришли раньше. Видите, у них почки уже раскрылись. На улицу мы не можем пока их выставить. Боимся, вдруг будут возвратные холода. А здесь уже, посмотрите, форзиция цветет. Жалко, что наши покупатели не увидят этот сорт. Это новый сорт, новинка. И в этом году, посмотрите, некоторые растения мы посадили в красные контейнеры. Красного цвета. Это новинки этого сезона. Не значит, что они новинки вообще на рынке зеленой отрасли. Но в нашем садовом центре это новые растения. Мы впервые привезли и показываем вам. Вот они, знаменитые ирисы французского питомника, о которых мы сейчас говорим в соцсетях. Очень красивые. Вот перезимовали. Убирайте сухие корни. Эти листья сухие тоже убираем. Все. Здесь надо будет посмотреть, чтобы не было никаких мертвых корешочков. Вот эти красного цвета горшки взяли, потому что он и у нас новинки. Вот она. Теклодис. Голубого цвета, однотонный ирис бородатый. И вот такую горочку делаем, не углубляем ирисы. Вот, горку сделали, поэтому очень-очень аккуратно, не торопясь, лучше не торопиться. Корешочки вот на эту горку расправляем. Корешочки в разные стороны. Вот таким вот образом. Вот эта вот спинка у нее должна быть на поверхности. То есть мы ее не углубляем. 5 граммов осмокота добавим. Рассыпаем его потихонечку, чтобы только не в одну кучу, чтобы растения получили. Все. И дальше добавляем торф. Кстати, вот так вот горочкой нужно будет сажать его и в грунте. Когда растения покупают, нужно будет именно объяснять, чтобы ирисы не закапывались в грунт. Вот мы чуть-чуть его прикрыли, и все. Вот во всех теплицах у нас стоят растения уже в 2 яруса. Ждем, когда освободится место от снега. Снег растает, и сразу мы выносим их на улицу. Это, конечно, работа, которую мы делаем в нашем садовом центре. Но вы не забывайте, пожалуйста, о первых работах в саду, которые нужно сделать по последнему снегу. По последнему снегу останется 10-15 сантиметров. Нужно подкормить газоны. Мы первую подкормку газонов весенними удобрениями делаем именно по последнему снегу. Раскидайте, и вместе с талыми водами газонные травы уже получат удобрение. И сразу пойдут расти очень быстро. И еще, плодовые деревья и кустарники нужно будет обязательно опрыскивать раствором мочевины. Берете мочевину, 0,5 килограмма на 10 литров воды – этим раствором полностью опрыскиваете ваши плодовые растения. Убьете всех вредителей, которые перезимовали в эту зиму. Во всех наших садовых центрах уже кипит работа. И мы обязательно всем сообщим, когда будем открыты для наших покупателей. Вас ждут, как всегда, саженцы плодовых деревьев и кустарников, все декоративные кустарники и многолетники. А в огромном количестве в этом году мы посадили уже в контейнер. 1 мая они уже будут укорененные и в хорошем состоянии на наших площадках. Садовый центр уже готовится к весне и ждет своих первых покупателей. Магазины «Цветы» садового центра Веры Глуховой предлагают комнатные цветы и средства ухода за ними, кашпо, семена овощных и цветочных культур, удобрения, почвогрунты, инвентарь.